ребята, с вами Сэма на канале Мисс Сани. Сегодня мы с мамой будем перебирать все мои конные вещи. Привет. Ботинки уже это маленькие, много чего. Привет, друзья. Ну что, Саня, давай тогда ты показывай нас. Да. Потом такой мой стек. Не знаю, как по-русски стек. Кстати, да, как? Может, это, как сказать, на всех языках? Нет, а по-английски как это дело называется? Ну, короче. Да. Это напишите в комментариях. Короче, точно. Давайте, ребята, в комментариях напишите. Потом. Точно. Еще. Мои краги, они очень грязные сейчас. Но не рабочий материал, зато, Саня. Ну, мои краги. Потом вот такие мои опять новые. Штанишки. Штаны, их мы не будем обновлять, мы просто покажем. А что мы будем обновлять, Саня? Ботинки 100%. Завтра поедем, да? Тебе? Вот. Мы завтра едем с бабой Семеновной Марией в сад. И перед садом мы поедем, купим Сане новые ботиночки для конкура. Потом вот такие перчатки. Ну-ка покажи, что это у тебя за перчатки. Угу. Красивые перчаточки. Я сколько помню, ты их еще не часто надевала, но они, наверное, хорошо, да? Да. Потом мой шлем. Твой шлем, да. Ну-ка, покажешься сейчас шлемом? Давай, покажись. Тут есть вот такой, чтобы вот тут было бы мягко. Регулируется. И да. Не маленький он еще тебе. Идет. Супер. Все хорошо. Потому что голова у детяток растет. Как ты думаешь? Потом, привет, привет, друзья. Да. Мешочек, за которого нам рекламу не заплатили. Да. Мешочек для шлема и перчаток. Ну-ка, что там у тебя? У меня вот такой вот рюкзак. Я его ношу в... На тренировке, короче, мы с ними едем. Да. Он хорошо. У меня тут есть вкусняшки для лошадей. Чем пахнут? Слушай, тут что у тебя? Малина? Малинкой. Давай я попробую, как мы делали в комнате. Не надо, Саня, пробовать, ты что? Саня, фу! Это вкусно. Потом... Саня, ты сейчас превратишься в жеребенка. Потом. Ну-ка. По-русски, но. Это чистить копытца, да? От всякого там и говняшек, от всяких вот этих всех дел, да, Саня? Да. Покажи немножко мне его. Я помню это дело. Очень хорошо. Кстати, очень суперский этот вариантик, потому что, видишь, тут как красиво оформлено. Вот ручка вот такая вот. Супер. Ну, что там у тебя еще? Такой. Ой, какой стильный. Какая стильная вещичка. Видишь, тут как красиво. Да? Натуральное все. Супер. Красиво, Саня. Потом вот такой зеленый. А вот это, что это этим делом? Скребник. Что на... Угу. Он новенький у тебя совсем еще. Ты с ним еще не пользовалась? Нет, пользовалась. Я его вымыла. Молодец. Молодчинка. И потом... Расческа. Расческа для гривы, да? Да. Красивенькая очень расческа. Я с ней, когда вымываю, я в конном... я тебе этого не говорила, но я с ним... Сама себя? Да. Да. Кстати, я хотела тебя спросить, она совсем хорошенькая такая. Когда мы утром в школу не находим, все время у нас расческа имеет ноги, очень часто, да? Вот эту надо где-то, чтобы знать, да? Ну, да. Все? Все твои тут эти присоспают? Да, и все. А ты, подожди, когда ты в среду едешь? Да, опять? Давай, я хотела бы, чтобы ты сняла, я тебе отдам камеру. Не хочешь с этой своей подружки? Ну, так, знаешь, как аккуратно и, как говорится, так со всей, и чтобы интересно ребятам было посмотреть, чем вы как там раз, точно занимаетесь. Раз, она по-русски как раз девочка и умеет разговаривать. Конечно, ты спроси, если хочет она попасть в кадр. Она, конечно, хочет. Потому что это, конечно, знаешь так. Мам, ты ее сама знаешь. Ну, она такая хорошенькая, энергичная девочка. Да. Вся, молодец. Ну, еще посмотрим, что у меня есть. Ну, давай, что посмотрим, что там у тебя еще есть. Нету ничего. Нету ничего. Ты знаешь, наверное, дождик будет.
какая-то интересная погода такая сегодня, жарко. Очень. А солнца нету, но жарко очень. Да? Ну давай красивенько тогда сложи. Ботинок. А, и ботинки все, вот эти ботиночки нам малы. Все, они уже свое, как говорится, так, отработали. Я с ними ходила где-то 3 года. Подари кому-нибудь. Девчонке какой-нибудь, какая, у этой из твоей, какая ножка? 30. Размер? Как у меня? 37. Ой, 38. Так малюсенькие, малюсенькие будут. Ну, вот завтра поедем, купим тебе новое, потому что Саня бедная прошлый раз прямо... Я могу показать. Да, у нее прям там такая стерлась. Вот. Да, вот, видите, что случилось? Вот. Вот, видите, от этих ботинок. Так да. Вот. Смотри, как они красиво. Ну вот, видите, какие у нас тоже. Это наши самые... Прям, знаешь, твои самые-самые-самые-самые лучшие друзья. И нет, они нет. Твои любимчики. Они тебя да, любят. И твой канал, наверное... Другой любимчик. Да, они твои фаны, Саня. Они... В конюшне. В конюшне, который из них там твой фан? Пикассо. Ну вот. Саня, только ты мне обещай, что сделаете хорошенький, интересный видосик. Потому что помнишь. Я так не буду снимать, как ты снимешь сама. Фу-фу-фу, перестань. Фу, Пипи. Мам, ну что ты помни. Тут? Да, я тебе обязательно напомню. Я знаю, куда я поставлю камеру, когда да. Мы будем чистить кого-то или... Ну, то ты не будешь знать, видно ли там все. Ну, так как-то я посмотрю, должна я... так ну, остановить, я... знаешь, так установить нет, хорошо. Ну, так я знаю, мам. Ну? Ну. Мне вот эта штука так очень нравится. Плохим детям. Плохим мамам и родителям. Ну, видите, что делается у нас? Или лошадкам. Но вот я не знаю, как в других КСК, но у нас вот, например, нельзя через пупу дать, но только через плечо. Ну я вообще я за это только что ну, было гуманное вот отношение вот, да, к лошадям. Тебе нет, больно? Теперь, конечно, не больно, но вот так как бывает, что как, я например... в Ютубе очень много насмотрелась, там всяких страшных кадров, как бывает, там в этих конюшнях. И знаешь, почему вот так? Помнишь, мы видели с тобой, как в одном зоопарке этот. Не рассказывай. Нет, не лошадь. Там убежал этот слон. Потому что с ним обращались очень некрасиво. Он потом, знаешь, что сделал этого, кто заходил к нему? Дневник. Короче, он его как-то так, съел? Знаешь, со всем телом упал на него и все. Я сейчас вычищу. С вот этим вычищу вот это. Может, надо какой-нибудь тебе, знаешь, что принести губку тебе такую? Нет, не надо, вот, видишь. Ну, смотри, чисти тогда свои дела все, подготовься к тренировке. Да? Они уже будешь... все, капец. Кому? Карагин. Почему капец? Ну не капец, но они уже грязные все. Ну так надо их помыть, может? Они не моются, mm-hmm. Саня? Почему? Не знаю. А может есть здесь где-нибудь этикетка? Да-а. Вот, ну как нет? Вот, моются 40 градусов, смотри, супер. Mm-hmm. Видишь? Mm-hmm. Ну и все. Но не сегодня. Только написано, что надо мыть отдельно, совсем от всех. От одежды другой отдельно. Нет, ну их надо мыть отдельно так от всех. Только одних. Их. Только их. Да, только их. Я знаю, как вот, например, я чистила, помните, вот эту Зузану от прошлого? Ну это кто тебя все время смотрит, так они будут, может, знать, такая так красивенькая. Та Зузана, она да? Мне вот эту вот расческу, она ее кусала всегда. А почему? За эту вот штуку. Так я не знаю, просто вот тот Адидас, он ест все, что ему около рта. Ужас! Саня, около какой ноздрей, ужас? Ноздрей. Так вот, вот так вот с ним, не очень хорошо. Смотрите, какой этот, а какой этот. Ну давай тот также почисти красивенько. Тот убери отдельно уже. Молодчинка, Саня, тут готовится. Тут очень много этих волос. Приказ. Линяет, значит, да? Так он не всегда. А лошадки, они вообще всегда линяют? Или только под лето, или под весну, или, например, под осень, я не знаю. Осень. Смотри, потому что арка у под нас видела, что или, делается. Или перед весной, или под осень. Да, ну вот видишь.
Этот не такой вот грязный. Угу. Или это не так? У тебя шлем теперь весь волосатый, Саня. Давай, чистись шлем теперь. Слушай, как эти кузнечики поют. Угу. Да? Интересно, слышно или нет? Ну, мне кажется, по камере будет слышно. Это точно. Я так думаю, да. Ну вот, все. Молодец, почистила. Ну, еще тут вот такие вот всякие штуки от вольтрапов. Ну и все. Все? Хочешь, скажу тебе, где-то уже там немножко на небе слышу какие-то звуки бум-бум-бум. Нет, это машина. Да? Так думаешь? Да. Да? Что, Мисаня, я тебя тогда оставляю в рабочем состоянии. Так все. Собирайся. Красиво, на тренировочку. Мы завтра будем брать камеру к бабе Марии в сад? Нет. Там Алинку будем набирать. Давай? Там баба Мария, знаешь, что сказала? Что картошки нам накопает. Давай возьмем камеру, покажем. Давай. Будет интересно. Кстати, у нас кто в Америке нас смотрит очень много, им будет интересно посмотреть. Да, Саня? Ну что, давай тогда. Ставьте лайки, подписывайтесь и всем пока. Пока-пока-пока.